Сильвия – бездомная собака, которая пытается выжить на улицах Нью-Йорка. Главный герой спектакля Грег приводит животное домой. Тут-то и начинается борьба супруги и Сильвии за сердце хозяина. Собака в спектакле предстает красивой девушкой. Ее образы за время постановки часто меняются. Сильвия, когда она еще не обрела хозяина, когда она была еще уличной собакой. Сильвия, которая вдруг переходит в новый статус, когда она становится домашней собакой, когда у нее появляется хозяин. Собака, которая влюблена, собака, которая становится старше, собака, которая становится еще такой более-более домашней. Режиссер Сильвии Николай Реутов уже известен барнаульской публике. Он ставил «Антигону» и был хореографом «Интуиции». Новый спектакль хотел сделать танцевальным, но в итоге нашли компромисс. Здесь достаточно и актерской игры, и почти бродвейских танцев. Николай поделился некоторыми деталями работы над пьесой «Герни». Она происходит не так. Ой, давай с тобой придумаем Голливуд, чтобы был. Ой, давай с тобой Бродвей, чтобы это был. Нет, оно происходит. Слушай, надо чем-нибудь такое, знаешь? Клетки или столбы? Что будет у нас, клетки или столбы? Хотелось клетки, не получилось, очень много металла хранить негде. А давай столбы, будет легко, воздушно, свободно и будет то, что нужно. Все, остались столбы. Конкурировать с музыкальным театром не собирались, но все же танцев и пластики в спектакле много. Следующий показ Сильвии в драме 5 июня. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, «День с толком».